Добрый день, вашему вниманию платье зима экстра. Новая поставка — это микровельвет, платье оверсайз. По размеру непонятно какое, но поскольку оно оверсайз, может быть разное. Итак, это Зара на воротнике стойки. Вот она немножко помятая, но у нее рукавчики фонариком. В целом классная. Причем, знаете, написано, что европейский размер — это L. Но когда разгладится, возможно, сзади петля. Итак, это у нас трикотажное платье со вставышами из трикотажа, напоминающее кожу зам, размер M. Здесь такое полувечернее платье Орсей, хорошо тянется, размер S. Офисное платье H&M, 38 размер, оно двухслойное, длинный рукавчик, 38. Здесь у нас идет Бонита. Тоже 38 размер платье. Тоже офисное. Размер М. На пуговках. Сейчас актуально. Впереди. Полувечернее платье H&M XS. Но его можно на рубашку носить. Tailey Veil. Тоже как можно на футболку. S-ка. Здесь у нас идет H&M XS, трикотаж. Это большое платье, трикотажное, оно Gap 2XL. Длинный подол, расклешенный к низу. Трикотажное платье XL с такими 3/4 рукав XL. Здесь вязаное платье с гольфом. Я думаю, что это размер S, крупная вязка. Так, здесь платье с длинным рукавом, сафари стиль, темный цвет. S-ка. А платье с длинным рукавом, сетка. Здесь, ну, такая ткань, есть... Такой, я бы, знаете, как сказала, оно такое полувечернее платьишко. Классный, совершенно классный джинсовый сарафан. Можно носить хоть на гольф, можно носить на футболку, на тонкий джемпер. И офисное платье H&M, 38 размер, двухслойное. Платье тоже двухслойное, с длинным рукавом, 16 размер. Ой, можно сказать, что офисное. Это одна часть лота. У нас есть еще вторая часть лота. Здесь идет у нас зебра ML. Классная туника. Угу. Потом что-то размер М-ка, не знаю, Шилай какая-то фирма. Платье лапша от Примарка, размер S. Only, 40 размер, плотный трикотаж и кожезам. Офисный стиль, платье-футляр. 38 размер, платье тоже такое офисное. Здесь платье с плотной ткани. Видите, у него какой воротник. Аж вот такой вот. Вот она очень необычная. И она точно оверсайз. Не длинная. Ткань плотная. Здесь ринешементе. Резинка. Так, размер М. 42 размер. Европейский Мор-Амор, офис. Пьяцца Италия, красивое платье. Мне кажется, оно и беременным будет здорово. Не знаю, какой размер. Здесь 46 размер, большой. Двухслойное платье. Размер... Ну, это М-ка.
Ой, нет, 46-й европейский, это трикотажное платье, струящийся трикотаж. H&M, 38-й размер, офис. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. XL от Today, тоже офисный стиль. Новая. Джессика, большой размер. Так, здесь европейский десятка. Десятка это 36-й, 38-й. H&M 38-й. Туника под леггинсы. Esmara XL. Плотный трикотаж от H&M L-ка. Тоже носится с тонким джемпером, либо гольфом, либо просто футболкой. XS футляр. Так, Zara Woman. По размеру не могу понять, но поскольку она мята, она может быть и L-кой. Со стоечкой, видите, с воланчиками. Красивое платье. H&M 44-й европейский, платье-футляр. В этом лоте представлено два костюма. 42-й европейский, море-мор, ткань качественная. Подклад. Такой, знаете, я бы сказала, вариант учительницы. Есть жилет, это костюм. У него спина тоже из такой ткани. И классические брюки с прямой ногой. Он посчитан как одна единица. Миленькое платьишко на 170-й рост, плотный трикотаж, открытое плечо. Платье гольф, размер S. Плотный трикотаж, даже немножко буклированный. И еще вот один костюм, шерсть бандольера. 40-й размер европейский, это шерсть, хорошее качество. И брюки офисного образца, к нему прямая. Может банковские сотрудники, может учительница. Так, здесь у нас идет платье, такое шерсть. Я бы сказала, это туника, размер S. Платье лапша XS от Primark. Милейший комбинезон. Я думаю, что это вообще, если честно, я думаю, что это подростковый вариант. У него, смотрите, брючины, и они загофрированные. Такой плотный трикотаж футболочный. А почему нет? Дубленка короткая сверху и класс. Платье офисное футляр гамма, комма, 36 размер. Платье, вот смотрите, я думаю, что оно больше вечернее, хотя его можно одевать на сетку. Вот у нас есть танковки, видите, у него полностью открытая спина. Можно с открытой спиной одевать как вечерний вариант, а если одеть танковку, сетка, то можно вполне как-то по-другому. Здесь тоже офисный платье-футляр, 40-й размер европейский. H&M, платье-футляр, 36-й размер, тоже на футболку. Какая-то японский, какой-то прям написано, Made in Japan, шерсть, размер S-ка, бесшовный такой. Ну, есть у него швы по бокам, такое платьишко. Так, это Чибо, 44-й, украшен маленькими металлическими вставками. Так, а это что у нас такое? Это куда-то упало. Это спортивное платье Zara Basic. Прикольное. Такой спорт. Полувечернее платье с длинным рукавом 36-38. Хорошо тянется. Двухслойное. Гипюр. Сарафан. Шерсть. H&M. 36 размер. Ну, конечно, это не шерсть, но ткань напоминает. Тоже джемпер, либо блузка,
54 европейский размер, двухслойное платье, офисный стиль. Today, размер M-ка, платье лапша, в состав входит немножко шерсти. И нарядное платье Shein, размер M-ка, трикотаж и трикотаж внизу, но оно такое, больше напоминает вечерний вариант.